Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и я расскажу вам сегодня о колясочке от компании ABC Design. Моделька имеет такое интересное название Pink 2. Эта колясочка, как вы видите, она очень хорошо подходит для теплого времени года, или вы на юге где-то живете, вам в принципе на круглый год она подойдет. Она отлично подойдет для путешествия, как колясочка для багажника, для при необходимости, которую можно будет доставать. И она выбрала в себя на самом деле очень много таких хороших положительных качеств, которые, знаете, обычно вот какая-то коляска, вот ей бы вот спиночку по-другому, вот здесь бы ручку другую. Здесь вот, как по мне, вот практически попали в десятку во всех моментах. Поэтому очень интересный вариант. И начнем мы с вами ее изучать сверху вниз, и перед этим назову ее технические характеристики для начала. Немцы, ABC Design, если что, производитель дает гарантию 2 года, это очень хороший срок гарантии, весит она 7,1 килограмма. Наклон спинки здесь, кстати, очень неплохой, 120 градусов сидим, 170 лежим, покажу чуть позже. И предназначена она для детей с 6 месяцев до 5 лет, 4-5, наверное, бы я так сказал. И 22 килограмма выдерживает вес ребенка, и ширина колесной базы у нее 51 сантиметр. То есть вы везде, где бы то ни было, на ней проедете, поместитесь. В общем, с этим все здесь прекрасно. Сверху вниз будем изучать. Начнем с ручки. Ручка у нас не регулируется по высоте, но обита очень качественным кожзамом. Не натуральная кожа, естественно, такой никто не использует. И очень мягкая, приятная, тактильно вот материал этот. И, соответственно, единственная моя вот придирка небольшая, я люблю, когда ручки чуть потолще. Как по мне, она чуть-чуть тонковата, но на самом деле привыкнуть можно очень быстро. Вот, мой рост 186 сантиметров, высота ручки, мне почти все ручки нормально подходят, поэтому вот проецируйте точные характеристики этой коляски, там высоту от пола ручки и тому подобное, внизу по ссылке на First Buggy пройдите и почитайте, чтобы вы уже там под свой именно рост понимали. Соответственно, давайте посмотрим на козырек. Козырек вот у нас вот такой. Сейчас мы уже видим его с дополнительной секцией. Изначально она вот на замочке закрывается. Но обычно ее открыли, и она всегда открыта. Вот как будет у нас выглядеть полностью раздвинут. Мне еще очень понравилась ткань. На самом деле ABC Design во всем модельном ряду, во всех колясках использует очень прикольные материалы. Что-то типа такой джинсы плотненькой. И этот материал хорош тем, что очень долгоиграющий материал, он долго не теряет товарный вид, его тяжело повредить как-то, поцарапать. Если с этим все хорошо, он плотный, ткани достаточно долго держат влагу, поэтому дождевик не прям сразу понадобится, вы успеете до дома добраться, но дождевик, естественно, вещь такая необходимая в хозяйстве. Давайте сразу, кстати, и посмотрю, что здесь входит в комплекте, по-моему, дождевик тут был. Да, дождевик будет идти в комплекте, даже будут идти в комплекте адаптеры для установки люльки группы 0, это очень круто. И будет еще сумка-чехол транспортировочная для хранения, тоже будет идти. В общем, комплектация тут что надо. Единственное, что можно докупить, подстаканник. Тут уже дело такое. Так, давайте посмотрим на сиденье. Сиденье мне нравится тем, что оно очень высокое. Ну, прям под высокого ребенка здесь, в принципе, все хорошо. Спинка у нас не гамаком. Это плотный материал. Здесь у нас получается основание тоже сделано жестким, чтобы не провисало как гамачок. В общем, с этим все нормально. Пятиточные ремни, мягкие накладки есть везде. Также, что касается безопасности, как калиточка откидывается, у нас бампер, он тоже обит той же самой эко-кожей, которая и на ручке, все нормально. Ну и, соответственно, подножка. Подножка, дело такое, практически везде она есть, за некоторым исключением. И удобная ступенька и площадка для ног, соответственно, тоже в коляске предусмотрена. Так, давайте посмотрим на нее сзади, как регулируется здесь спинка. Она регулируется с помощью вот такого рычажка, не ремешки, а именно рычажок.
Эту часть, естественно, мы можем вот так вот открыть летом для проветривания. Все нормально. Есть у нас также вот такое вот смотровое окошечко, можно заглянуть при необходимости. Крепится это все вот так вот на липучечке. Соответственно, с этим разобрались. А давайте посмотрим на багажник. Багажник здесь так выполнен интересно из сеточки, полностью сеточка. Но это не значит, что это не прочно. Тут очень прочная сетка, и она еще имеет здесь внизу дополнительный кармашек. Это не тканевая сетка, имеется в виду. Вот. И у нее хороший удобный доступ. В принципе, можно все и спереди доступ есть, и сзади доступ есть к багажнику. Поэтому в этом отношении мне придраться сложно. Колеса тут, естественно, не резиновые, полиуретановые. Никуда здесь надувные, было бы тяжелые. Тормоз. Давайте проверим. Он хороший. Все, блокируем. И нужно поднять снизу обратной стороной обуви, чтобы отпустить тормоз. Было бы здорово, если бы мы просто еще раз нажали на него, и он бы тогда отпускался. Было бы, конечно, интереснее. Колеса передние с возможностью блокировки, естественно. Сзади рычажок есть. И давайте посмотрим на амортизацию. Небольшая есть. Слушайте, а сзади на самом деле приятная амортизация. Достаточно мягкий ход у нее. Так, соответственно, давайте теперь посмотрим, как она складывается. Это же нам очень важно в такого рода колясках, поэтому проверяем. Здесь у нас получается есть кнопочка, ее нажимаем и потом берем вот здесь вот, нажимаем еще одну кнопку и толкаем вперед. Вот таким образом все это дело складывается. Здесь у нас есть такая вот ручка, прям даже под пальцы сделана выемка. Соответственно, вот так можно ее транспортировать. Чтобы разложить, вот у нас фиксатор. Здесь никаких усилий не нужно, просто фиксатор открыли и поднимаем. Она сама разложится, все хорошо. Вот, ну, учитывая, что в комплекте есть транспортировочный чехол, в него упаковываем и, соответственно, путешествуем. Вот, собственно, по большому счету, всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Я с большим уважением отношусь к бренду ABC Design, потому что я считаю это премиальным сегментом, 100%, кто бы мне что ни говорил, мое личное мнение это. Вот, и у них очень демократичные цены, учитывая то, что мы получаем взамен, материалы, как она едет, как она собрана. В общем, у меня претензий к ним вообще нет. И рекламации у них очень мало. Вообще с этим тоже все в порядке. Поэтому выбирать, естественно, как всегда вам. Напоминаю, ссылка внизу будет в описании на эту колясочку. А если обзор был полезен, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. И хочу вам пожелать сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока!